Здорово, на самом деле. Они получают практический опыт. Вот если они еще и в коллектив будут при этом вливаться, это им помогать будет. Ну, вот это вообще тогда замечательно, тогда есть шанс им там остаться. Ну, это проблема, которую вы сейчас затронули, мы как-то отдельно даже обсуждали в эфире, проблему взаимоотношений двух возрастных, двух возрастных групп мужчин. Да, я учителя, которые такие зрелые, даже пожилые, и учителя не могли. К сожалению, между ними... рассказывал об этом, о том, что так не делается. Что, там, что вы себе позволяете. Любая какая-то инициатива. Куда люди? Татьяна Абакумова, я Владимир Тихомиров. А также хорошая музыка.